В этом видео мы варим тройники вот такие. Это на пожарку идут. Значит, следующим образом делаем. Это труба 273, в данном случае врезка 76. Прорезаем отверстие плазморезом. И саму врезку мы втапливаем именно. То есть не вырезаем седло, а вставляем именно внутрь. Завариваем 3 шва, получается, изнутри и 2 снаружи. Один заполнение и один облицовка сверху и внутри. Один шов получается. Фрагменты трубы мы нарезаем длиной 432, а высота самой ставки у нас 191 от центра трубы. То есть, если кто-то будет изготавливать, вот на эти размеры вам стоит ориентироваться. Потому что информацию мы искали в интернете, сложно ее найти, но, в общем, вот таким образом это делается. Ставка измеряется от центра трубы. Ну, здесь она лишняя, мы ее будем отрезать. Но вообще, в целом, делается именно так. Варю я на силе только 97 ампер электродами МР3. Всего вот таких тройников нам нужно сделать 1300 штук. Но врезки, правда, разные. Там 159 будут еще, 57, ну и так далее. Ну, вообще, можно было заказать литые, но литые обойдутся в 2 раза дороже. То есть это с целью экономии делается в данном случае. Выставляем при помощи угольника. Магнитный угольник. Расхватываем с 4 сторон. Ну, я варю. Сколько купы получил? Так все делают. Я как размарез снимал. Работает. Не, ну раньше.
Паску не снимаем на основной вот этой трубе, так как здесь достаточный зазор и обварим с двух сторон. Если бы мы варили без зазора, то нужно было бы снимать паску здесь. Вот так получается изнутри, значит, мы сейчас зашлифуем и будем обваривать. Так получается изнутри все. Здесь облагородили для красоты и эстетики. Так, да? Так лучше варит.